Там-там-там-там. Четыре ночи утра. Вы вообще слышите, что я говорю? Четыре ночи утра. Это вообще жестко. А, уже пять. Уже пять утра. Пять утра. Красавчик. Спасибо. 5 утра я проснулся. 4 я проснулся. Из-за того, что жрать хочу нереально. Приехал до магазика и взял булочку. Работают 24. Так ты можешь приехать и тебе приготовят. Вот я сейчас горячее ем. Там есть свежая еда. 007. В Москве, да, наверное? Да, 007. Сню. Нью-Йорка. Привет, привет. Как там в Нью-Йорке? Приятного аппетита, спасибо. Слушай, ну а как у вас, если вот так будет жрать? Хочется. Вы кушаете на ночь? Дай кусочек, на, держу тут сосисочкой с сыром. Минск. Минск тоже не спит. Такой у меня, да, уставший вид. Блин, Ваня, не кушай на диете. А я еще ромашковый чай изобрел. Слушайте, раньше не любил никогда ромашковый. Решил зуб поволоскать, потому что он болит. Сейчас пью ромашковый чай. Москву когда соберусь? Блин, там дело может выстрелить. Придется ехать, наверное, в ближайшие дни. Может быть. Это еще не точно. А вот дома 2? Нет. Я с квартиры. На 8 этаже. О, нехер делать в Москве. Согласен. В Москве нехер делать. В Тае 5 часов 10 минут. Но я планирую еще пойти потом поспать, честно говоря. В Москве холодно и дождь. Холодно, я тебе больше скажу, еще и голодно. И пробки конченые, или метро. А если я в метро спущусь, мне каждый раз куда-то заебет алкашня. Там какие-то, сука, люди конченые ездят. Я не говорю, что все, но большинство конченых людей там ездят. Дикарьё. Я сколько раз не ездил, все время, блядь, какая-то хуйня происходила. Южно-Сахалинск, привет. Вань, какой же ты красивый. Мне кажется, я вообще уставший. Короче, почем сосиска в булке? Слушайте, ну, здесь же получается как? $100 в России, это сколько? 6500, да, там, ну, 6. А здесь 3000. То есть они на местную валюту 25 бат стоят. На место. То есть, ну, в рублях 60, там 50-60. Что за дело в Москве? По работе. По работе. Добрый вечер или утро, Украина. Потому отзовись. Что ты написал? Скажи, пожалуйста, где можно заниматься русскому человеку в Таиланде? Что можно делать? Все, что хочешь.
Работы здесь до хера. Мне кажется, ленивый здесь не зарабатывает только. Вот я, кстати, из той серии, из ленивых. Тата тоже там нет, таты нету. Марин Друстан, она здесь балдеет. Пока что мне никто не нравится. Ничего. Живет в Тайне. Но я так понимаю, она в Китае сейчас скоро будет улетать через месяц. Так рад ее был сегодня видеть, правда. Когда ты женишься? Бородина в Тае. Бородина на Пхукете. Хромина тоже на Пхукете. Может быть, Серега приедет с Дашкой на... Может быть, в конце февраля. Состояние гармонии. Кстати, вот я пока с вами болтаю, то настроение это улучшается. Что с историей про метро? Расскажи одну. Расскажу вообще... Вот, наверное, ну, из предпоследних, мне надо было, я ехал на машине, мне надо было проехать, блин, 2 километра в сторону Таганки, а там все стояло просто, там написано час ехать, 5 километров в час ехать. Ну, я спустился в метро, вот, короче, спускаюсь в метро, захожу, стоит парень с девчонкой. О, и баба такая. О, этот из дома 2. А что, богатые тоже ездят на метро. Ну и что-то, блядь, раз, два, три, что-то еще там за спиной сидит и говорит. Ну, говорит так, чтобы я слышал. Говорю, слушай, закрою, говорю, свой рот уже поганый. Говорю, что ты, блядь, там развонялась. Ой, слышь, у кого там поганый, вонючий, ты там что-то мне начала тыкать. И петушара, говорю, слушай, это, поговори со своей девушкой. И он что-то мне какие-то гадости начал говорить. Пошел ты или что-то такое. Ну и по ебальнику как получил сразу же там в метро. И все. У меня, как обычно, у меня, блядь, руки вылетают. У меня бедная левая моя рука, но уже он. Я не знаю, видно или нет, вся, блядь, в шрамах. Вы только Лиду продаете для похудения. Я вам тоже вроде делаю другие там. Ваня же вроде делает другие таблетки для похудения. Но есть несколько комплексов просто. Более детально могу написать. Гелик был успешно продан. Не жалею. Москву, конечно, приеду, наверное, больше пожалею. Ну, здесь езжу на мотоцикле и, честно говоря, меня вполне устраивает. Почему левая рука? Ну, потому что левая, она всегда страдает. Правая, она-то прибитая уже. А левая страдает. Дом 2 – это клеймо на жизнь. Ничего в этом плохого я не вижу. Но просто люди, блядь, долбоебы языками. Ну, был на Дом 2. Тебе-то какая разница? Ты что, блядь, сплетница какая-то голимая, или там ходишь, собираешь. Ну, человек. И человек, и что? Ну, в нашем мире всегда будут долбоебы, поэтому от них никуда не деться. Поэтому я стараюсь избегать больших массовых каких-то собирания людей просто. Некоторые люди есть неадекватные, а бить всех... Так, друзья мои, появляется в кадре вафельки. А ты самот цалмы, какой, еще раз напиши. Я тоже с Камчатки. Заяву не писал на петушков или на меня, не знаю, я не писал никогда заяву.
Один раз я написал заяву, потому что меня тёлка выставила квартиру в Москве. Это был просто пиздец, конечно. Причем ту, которую я знал. Я в аху. Вот в своей жизни я единственный раз написал заяву. Ну, мне от нее ни холодно, ни жарко, потому что мне вещи никто не вернул. И на бабки я все равно попал. Ты все равно мне нравишься как человек. Реально охуенно. Охуенно, братан. Это фанатку, которую... Это фанатку, которую не взяли на Дом 2, по-любому. Нет. Вафля, слушай, нормально. Смотрите, вот меня сегодня Марина Тристановна тоже за это спросила. По поводу украинского холостяка. В чем минус? Во-первых, они не платят деньги. Во-вторых, они в контракте написано, что ты не можешь принимать участие в российских съемках. Ну, а в-третьих, мне, по сути, украинские пиары нахуй не надо. Ну, так, если... Викусик, тебе привет в 5.18. 28 мне лет. 28. Мне фоткаться подходили. Да и фоткаться, и снимают, знаешь, ну... Есть еще люди, контингент людей, которые, особенно вот в Таиланде. О, Барзиков, давай фоткаться, или это, фоткайся. Такие, ну, такие разговоры говорят, не привет, нихуя, не хочется с ними фотографироваться. Такое ощущение, я их понимаю, они долго смотрели, там некоторые говорят, что ты мне как родной человек, но тем не менее какое-то уважение должно происходить. Вкусные вафли, на удивление, очень вкусные, да. Ты прав, очень красивый. Мне кажется, я обычный, не очень красивый. Хватит есть. Поэтому я всегда веселый и счастливый. Потому что оставь кусочек, вот она. У тебя кружка литровая, что ли? Почему? На удивление, ты без дома два полный ноль. Братишка. Я без Дома 2 лучше жил, наверное, чем ты в 150 раз. И сейчас не сижу, не смотрю твой эфир, а ты смотришь мой прямой эфир. В чем разница, видишь? И уже сколько у меня было? 22, 23, когда я приехал в Таиланд и 5 лет жил в Таиланде. Поэтому еще кто из нас полный ноль? Ты не завидуй, не надо. Тяжело тебе, братишка. Братишка, у тебя между ног маленькие. Вот 4 миллиметра или сколько там у тебя. Твоя бывшая, когда приезжала ко мне, она рассказывала. Ты популярный, вот в чем разница. Нет. Я обычный человек, я не популярный. Вот в чем разница. А ты думаешь, что я популярный? Такое ощущение, как будто ты чай вообще не заканчивается, кружка бездонная. Уже заканчивается, кстати, уже чуть. Даже говорю, бывшая твоя рассказывала, приезжала, говорит, вот тут один был у меня.
А оказалось, вот что это ты. Прикинь. Так. Четыре километра. Ха-ха-ха. Ладно, чай допили. Ну что, попсики, спокойной ночи. Сладких снов. Мне сейчас 5:30. Пойду спать. А чё вы не выходите из прямого эфира, я не понял. Пока, пупс. Чё не выходите? Споки, и тебе. В Одессу планируешь в этом году? Не знаю, ну, если получится. Ну, я думаю, если в Запорожье поеду, обязательно. Все равно не выходите. Ну и вот начали выходить. Ну все, давайте. Сладких снов там, шайтана делайте своего. Делайте детей. А, и сексом побольше занимайтесь.